Привет, меня зовут Эд, и сегодня мы будем говорить о здоровье. О здоровье нашего желудка. А именно, я буду продолжать свою обширную серию рецептов, советов и рекомендаций по лечению такого непростого заболевания и очень опасного впоследствии, как гастрит. Почему очень опасного? Потому что данное заболевание, если его не лечить, может переходить в более острые стадии, возникать язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, более сложные заболевания и даже рак желудка. Поэтому очень серьезно отнеситесь к такому диагнозу. Если у вас такой диагноз, постоянно работайте над тем, чтобы ваш желудок не имел никаких воспалений. А если они возникали, то вы, благодаря моим рецептам, можете очень быстро, буквально за пару недель, погасить вот этот жар и вот это воспаление в вашем желудке. Я продолжаю свою обширную серию видео по решению проблем, связанных с гастритом. Будет еще очень много рецептов, как для пониженной кислотности при гастрите, так и при гастрите с повышенной кислотностью. Очередной рецепт для решения этих проблем. В этом нам сегодня поможет корень аира. Аир – есть такое прекрасное, известное растение. Нам понадобится корень. Берем, покупаем в аптеке или у травников корень аира в достаточных количествах. Дальше, если он находится в неизмельченном состоянии, нам нужно его любыми способами перемолоть. Можно на кофемолке, только на очень грубую-грубую фракцию, где-то по миллиметра, по 4, по 5. Потому что цельный он будет не такой эффективный. Все, берем. Как с ним правильно работать? Значит, берем измельченное сырье, 2 чайные ложки и 500 мл воды. Берем, заливаем все водой. Вода должна быть очищенная от солей, то есть фильтрованная. Просто заливаем 2 чайные ложки измельченного корня аира водой. Вода должна быть, конечно же, кипящая. Делаем настой. Берем соответствующую кастрюльку, там пол-литровую, литровую, засыпаем туда сырье и заливаем водой. Закрываем кипящей водой, закрываем и упариваем. Примерно через 30 минут уже наш настой будет готов. Необходимо его сразу же профильтровать. Принимать данный настой аира необходимо по полчашки до еды 3 раза в день. Дальше. На следующий день он не подойдет. Необходимо каждый день готовить новый раствор. С корнем аира беспрерывно можно работать примерно 3 недели. Также данный рецепт хорошо подойдет именно для гастрита с пониженной кислотностью. Вот и все. Такой отличный рецепт для вашего желудка я вам сегодня и рассказал. Будьте здоровы, не болейте гастритом, а если заболели, лечитесь. Ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями данным видео в соцсети. И до встречи завтра. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему миру.